Ребят, всем привет! Значит, вот эта штука, это подставка для бутылки с-под вина, с-под шампанского. Все, как вы любите. Вы вот так вот сюда грузите специальный упор, чтобы она не ушла в никуда. Вы вот так вот раз, оно сделано все красиво, как под какую-то пушку, поняли? Вот это все тут такое свисает, но по типу гламур какой-то, поняли? Чтобы модно, модно было, короче, поставить на стол и приглашать гостей. Жрать это все дело. Цену взяли, поставили так вот небрежно, 500 рублей. Внешне оно вообще смотрится как новье. Советского образца, я вам скажу, тут даже выбивается цена типа 7 рублей. Точно, да, вообще она такая пластиковая, колесико крутятся. Вот это металл, вот это все, это какой-то желтый алюминий. Но если что, друзья, все функциклирует, вы можете и туда, и сюда. Да вы можете просто купить и играться. Да. Пи-бип, мяу, мяу. Поняли? Все, ушла, короче. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Кстати, кто не знает, где мы находимся, зарулите в описание к ролику. И там все это дело почитайте. Всем пока.